Вяжет, 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 распускают, вяжет, 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 распускают, вяжет, 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 распускают. Всем привет! И сегодня я вам расскажу о том, как делать открытый наборный ряд. Где используется открытый наборный ряд? Его можно использовать почти везде, он очень красиво смотрится. И, конечно же, он прекрасно смотрится, если вы будете его использовать в изделиях, где у вас такой подогнутый наборный край. Оно очень похоже на магазинное изделие сразу. И придает изделию очень красивый, аккуратный вид. То есть нет этой наборной такой косички, а есть именно подогнутый такой край, который очень-очень красиво смотрится. Для этого нам нужны спицы, нам нужен крючок и нам нужна как бы две нити. Возьмем контрастную нить, возьмем вот такую желтенькую, и ей мы будем набирать. Мы, конечно же, должны знать, сколько нам нужно набирать петель на спицы. В моем случае, предположим, это 15 петелек, чтобы вы все успели разобрать, но я не набирала 100 петель. Нам нужен кончик, нам нужен крючок обязательно, и нам нужны спицы. Все, мы делаем первую петельку, еще раз. Обычная первая воздушная петелька. Все. Далее мы берем с вами спицу. И я сейчас покажу, а вы фиксируйте. Мы вот так вокруг нашей спицы начинаем набирать петли. Именно вокруг спицы. Опять перехватываем. И снова цепляем. Перехватываем и цепляем. Что нам важно? Нам важно рабочей нашей нитью обматывать спицу, на которой мы будем вязать. А крючком постоянно делать вот такие воздушные петельки, которые у нас располагаются вот здесь. То есть здесь у нас прям косичка такая идет по боку нашей спицы. Вот таким образом мы набираем с вами 15 петелек. Сколько уже? 5, 10, еще 5 наберем. Давайте еще вам покажу, расскажу. Обматываем вокруг спицы, цепляем эту ниточку. Обматываем, цепляем. Обматываем, цепляем. Все. Далее мы просто выпускаем чуть-чуть подлиннее, чтобы у нас никуда не убежало. И можно либо оставить, либо обрезать. Я оставлю потом, потому что я буду это распускать. И далее мы вяжем нитью, которой мы, собственно, и будем вязать наши изделия. Лучше, чтобы она, конечно, отличалась. Вяжем как бы так, как будто бы это первый наш наборный край. То есть абсолютно так же. Вот, начинаем вязать, вязать и вязать. Сейчас я провяжу несколько рядов и потом покажу вам, как распустить и, собственно, вообще, что делать с этим наборным краем. Ну, не будем далее с вами вязать. Давайте посмотрим, что делать дальше с этим открытым наборным краем. Его можно распустить и далее посадить на спицу и провязывать по 2 петельки вместе с этой и с этой спицей. И у вас получится такая полая, вот именно такой полый, красивый, загнутый край. Можно также распустить, посадить их на спицу и вязать в другую сторону. Тоже где-то это используется. Распускается просто супер-супер просто. Вы тянете за ниточку и у вас распускаете петельки. Вы их можете сразу подхватывать, а можете, видите, потом их насадить. Лучше, конечно, сразу, чтобы никакие петельки не потерять. И чтобы у вас оказались они все на спице, никто никуда не убежал.
Вот такой легкий-легкий способ. Видите, какая необычная получается штучка на спицах. Конечно, нужно было провязать намного больше. То есть, если вы хотите подгиб, вы должны его провязать 2 раза больше. И далее спицы вот так сложить. И другой спицей провязывать одну с этой спицы петельку, одну с другой. Все, или же вязать в разные стороны. Используйте это где хотите. Надеюсь, все вам было понятно. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, все ли вы поняли и где вы используете этот наборный открытый край. Ровных вам петель. Пока!